Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре будет отличный онлайн-шутер от первого лица под названием Modern Ops. Игра вышла по сути недавно, но почему-то я сейчас только записываю на нее обзор. Ну что, ребят, погнали, давайте зайдем в настройки и посмотрим, что у нас здесь. Так, управление, понятненько, медиа. Графика у нас как бы стоит ультра, неплохо, язык у нас естественно русский, и поэтому давайте возвратимся назад. Так, я новичок в этой игре, я также в начале игры прошел уже тренировочку, и поэтому у меня не так уж и много различных функций сейчас доступно. Есть снаряжение, оружие, здесь естественно много таких крутых оружий, но для этого нам нужны различные уровни и естественно деньги. Так, ПП, пулеметы, дробовики и снайперки имеются в этой игре Modern Ops. Так, табельное, ясненько, мы также это все по сути можем улучшать. Та же самая оптика, глушитель, подствольный магазин и различные скины. Вау, уже напоминает CSGO, да? Если честно, ребята, давайте сейчас именно эту тему мы с вами попробуем более подробно разобраться. Я не знаю, ребята, на что эта игра больше всего как бы смахивает. Здесь как бы и Critical Ops, да, где-то рядышком стоит, и CSGO компьютерная игра, да, что-то в этом роде, я не знаю. И Warface даже здесь рядышком стоит. Ну, что-то в этом роде. Поэтому, ребята, пожалуйста, огромная просьба. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. А также, пожалуйста, напишите в комментариях, что же вы думаете по поводу этой игры. На что же она все-таки больше всего похожа? Это может быть тот же самый Critical Ops, о котором я вам вот недавно говорил. Warface, там, CSGO... Просто напишите, как вы думаете. Мне очень сильно интересно это. Так, идет у нас поиск игры. Сейчас все загрузится, и мы, ребята, с вами поиграем, порубимся на карте завод. Обычный командный бой. И все. Так, ожидания других игроков. Здесь все сделано. А, капец. Вот это, знаете, больше всего сейчас на что смахивает. Забыл, как она называется. Вот тоже мобильная игрушка. Как же она, сейчас вспомню. Военная такая вот игрушка. Как же она? Модерн, что-то модерн. Ребята, я думаю, что я уже не вспомню, но если что, я вот здесь где-нибудь посерединке, просто-напросто текст этот... Modern Strike вроде. Вроде она так называется. Если что, ребята, здесь я текстом напишу больше всего, на что она сейчас напоминает мне. Так, здесь у нас оружие. Ножик, да, есть? Ножик есть у меня? Нет, ножика у меня нет, ребята, только вот так. Потом... вот ножик, ребята, здесь отдельная кнопочка. Вот, вот так это все выглядит. Бомба есть. Рядом кнопочка у меня сейчас стоит автоматическая стрельба. Есть кнопочка, чтобы поставить себе укол, чтобы пополнить себе здоровье. Так, переключаемся, ребята, на другое оружие. Здесь реально как-то сейчас по-нубскому играю. Но сейчас мы, ребята, с вами еще разыграемся, подождите. Все только начинается, поэтому погнали, разобрали что да как. Теперь, я думаю, можно и поиграть. Здесь давайте кинем гранату. Здесь я хочу сказать, что сейчас у меня проблема немножечко с интернетом. Все-таки помещение такое... И, естественно, интернет у меня не... пропадает сейчас, плохой. Вроде 4G, но все равно, ребята, пропадает. Ну, как бы, не так уж и сильно это и важно. Главное, все-таки, хоть как-то мы на игру, ребята, с вами посмотрим. Да, я убил, да еще и хедшотом. Так, давайте перезарядимся. Кнопочка, здесь кнопочка прыгать. Ясненько, прицел. И вот, ребята, этот укол, о котором я вам говорил, чтобы пополнить себе здоровье. Modern Strike, игра называется вроде, вот эта вот военная, вот что-то на нее вот смахивает, не знаю, вот поэтому и вас прошу, чтобы вы написали, чтобы я понял уже, какие же мои подписчики хорошие, какие они, как бы, не опоздалые в играх, так сказать, которые могут сразу за минуту уже сказать, на что она похожа, но тут же видите сами и скины туда-сюда. Поэтому очень сложно так, ребят, реально очень сложно разобраться, на что же она все-таки так сильно похожа. Так, остается 2 минуты 20 секунд до завершения матча. Так, здесь мы сейчас сдохнем, да? Опаня. Или он завис, или я завис. Вроде я завис, да. Как видите, у меня вот где время, есть такое вот маленькая фигурочка.
крестики, красная точка. Красная точка, красная точка, ребята. Это типа мой интернет. Как видите, он у меня сейчас лагает. О, понятно, я еще и убил кого-то там. Да, очень, ребята, трудно играть, когда у тебя плохой интернет, когда здесь все зависает. Вы не думайте, что у меня там телефон зависает на ультраграфике. Нет, ребята, все вроде нормально, как видите, все идеально и четко показывается, но это все проблемы с интернетом. Так, ножом. Да, он стоит, как будто ни в чем не бывало. Просто стоит и смотрит, как его тыкают ножом. Неплохо, неплохо, неплохо. Так, куда ты стреляешь? Туда? А, вот он, вот он, вот он. Дай мне его бить. Да, оказывается, мне надо нажать на кнопочку перезарядки, чтобы себе патроны добавить. А я стою на всех и хочу в кого-то стрелять, и оказывается, у меня патронов нет. Капец. Просто докатился до этого. Так, не я его убил. Так, вот какой-то радар. Какой-то радар. А что этот радар делает? Я, ребята, думаю, что как бы типа на помощь вызывать своих этих... товарищи, так думаю. Есть вот, ребята, рация. Также чат, естественно, имеется. Что у нас еще имеется? Что вам еще здесь показать? Ну, естественно, кнопочка сесть, прыгать. Ну, неплохо, ребята. Думаю, что вам понравится этот онлайн-шутер. Новый, Modern Ops. Осталось всего лишь 35 секунд до завершения матча. И будем с вами завершать обзор этой игры. Ссылка, конечно, в описании. Но также, пожалуйста, не забудьте о моей просьбе. Что я вас попросил? Это комментарий, лайк, подписка, коммент. Все. Товарищи используют антирадар. Антирадар. Значит, этот радар против соперников наших, да? Либо же это помощь. Ну, еще мало. Разобрались с этой игрой. Лично я. 4 секунды. И, конечно, естественно, ну кого же могут убить на последние 5 секундах? Конечно, меня. Посмотрите, ребята, на это просто нубская статистика. Полицейские 4, а вот террористы всего лишь 2 их, да? Я убил 4 и умер 5 раз. Счет у меня 67. Ну, если бы интернет вот у меня не так уж и сильно балагал бы, я думаю, что мы бы с вами были и на первом месте. Почему бы нет? Здесь, ребята, у нас... новые прямобасики для нас, отличненько. Вот обвес получился для АК-74. Давайте попробуем его сейчас поставить. Так, вот автоматы. Вот, ребята, нажимаем экипировать. Все, мы экипировали. Что еще? Здесь у нас для этого... А, вот, это новое, да, сейчас мы с вами, ребята, Стейр ТМП. Мы его сейчас с вами нашли. Можно тоже забрать его с собой, и он будет как бы с нами. Ну, почему-то он основное. Нет. Он не настолько крут, чтобы я убирал АК-74. Так, здесь вот, ребята, тактический магазин у нас появился. Давайте экипируем его. Отлично, ребята. Вот так мы с вами немножечко уже протюнинговали свое оружие АК-74. Ну, на этом все. И всем спасибо за просмотр. До скорой встречи и пока.